Так, ребята, сегодня я нашел клад. И сейчас я вам покажу его. Я думаю, будет интересно. Это рыбацкий клад. Не каждый день такое происходит. Но на старом складе я нашел. 40 лет лежал ящик с прибамбасами, которые нужны любому рыболову. Давайте посмотрим, что с этого получилось. Так, ребята. Нашел я клад. 40 лет он лежал, этот ящик, на складе. Вот, наконец-то он мне попал в руки. В принципе, там все уже просрочено. Я уже заглядывал. И получается, никому не нужный. Но для рыболов это вещь. Вот. Взглянем. Вы уже поняли, что здесь такое. Ой, как скрипит. О, видали, что делается на свете. Это ж мечта каждого рыболова в Советском Союзе, такую коробочку приобрести. Вот. Вот. И туда можно было положить какие-то крючки, грузильца. Ну, вообще, я думаю, я ее и приспособлю для блесен, вертушечки как раз туда влезут. Так. В 83-м году я пошел служить в армию, и как раз их выпустили. Вот тут еще какая-то влага была. Ага, тут шприц был обезболивающий. Я так понял, что его изъяли уже давно. Это мечта наркомана. Но вот эти все таблетки за 40 лет, я думаю, что они просроченные. Их не надо использовать тут от радиации, от грязную воду обеззараживать. Ну, как-то так. Сколько же их тут? Я все это перенесу домой себе в подвал. Аптечка индивидуальная. Да. Как-то так, ребята. Это рыбацкий клад называется. Я так и видео назову. Вот. Вот это повезло. Да. Вот так, ребята. Так. Пыльный ящик. А в нем рыбацкое счастье. Видали, какие коробочки. Это ж мечта рыболова. Туда можно блесенки положить, крючочки и всякую ерунду. Так, заглянем, ребята, вовнутрь этой коробочки. Эти штуки все можно выбрасывать, они никакой ценности не представляют. А вот эти перемычки ножичком срезаем. Вот, и сюда можно складывать блесенки. Я думаю, так оно было и задумано изначально. Так, вот это оно в первоначальном виде, а вот такое будет, когда вы перемычки все удалите. Короче, замки тут вообще шикарные, и когда у вас снасти не выпадут с этой коробочки. Как-то так. Так, ребята, берем кусачки, вот, и удаляем наши перемычки. Потом наждачной бумагой вот эти остатки, так сказать, зачистим. И все, и будет коробочка лучше видно.
поняли, да? В принципе, действие. Можно ножичком, но там опасно, можно порезаться. А вот такими вот кусачками элементарно. Так. Ну, а теперь, ребята, посмотрите, что получилось. Смотрите, какая прелесть. Про хвостики тут, верхушечки. Тут у меня стримеры. Вот. А это старая коробка железная. Она тарабанила постоянно. И тут у меня резиночка была перевязана. Я ее потерял на последней рыбалке. А вот эти замки будут шикарно держаться. И можно всякие карманчики ее распихать и с собой носить. Чтоб не носить весь рюкзак. Выложил. Сейчас, я думаю, еще одну коробочку я поддал спиннеры. Приспособлю. Ну, сокровища рыболовные. Ну. Алый, хорошее приобретение, да? Как вам кажется? We'll be right back.